Исторический момент. Впервые в Омской области прошел турнир по современному пятиборью. Этот вид спорта представляет собой комплексные спортивные соревнования, которые требуют от спортсмена разносторонней подготовки. Его организаторами выступили Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Центр конного спорта и современного пятиборья. Мы к этому шли неоднократно. Это моя мечта, которую я, наверное, лично я для себя воплотил в жизнь. Воплотить мечту удалось спустя 4 года. Месяц назад в Омской области появилась своя федерация по современному пятиборью. И уже нашлись первые желающие попробовать свои силы в команде, в составе которой как взрослые спортсмены, так и дети от 8 до 10 лет. В программе современного пятиборья – плавание, фехтование, бег, стрельба и верховая езда. Победителем выйдет тот, кто наберет максимальное количество очков во всех 5 видах состязаний. Вчера у нас взрослые спортсмены уже отплавали, уже отфехтовали и имеют результаты по 2 дням, имеют определенные результаты. Всего спортсменов в полном пятиборье 11 человек. Это достаточно серьезное количество спортсменов. На второй день соревнований в спортивном центре конного спорта пятиборцы демонстрировали свои навыки верховой езды, стрельбы и состязались в легкоатлетическом кроссе. Для каждого участника здесь свои сложности. Для одного плавание – козырный вид спорта, для другого – бег. А вот, например, в конкуре скакун для наездника подбирается с помощью жеребьевки, что еще больше усложняет спортсмену задачу. Мы плавали и фехтовали. Плавание для меня было тяжело, так как мы, собственно говоря, не подготовлены. А фехтование вообще никогда не фехтовала. Вот вчера первый раз попробовали. Ну, это достаточно интересно мне показалось и динамично. Вот фехтование мне понравилось. Да. А что самое сложное для вас? Ну, мне кажется, сейчас бег будет самое сложное. Мне кажется, что это довольно-таки почетное как бы звание. Все-таки 5 видов спорта объединяются в одном. И в каждом надо как-то по чуть-чуть. Знаете, это довольно-таки тяжело. Первое соревнование, надо что-то начинать. И мы как бы начали это, открываем и вот чего-нибудь продолжаем. По итогам 2 дней дебютных соревнований пятиборцев лучшими признаны Дмитрий Акамов, Екатерина Лазакович, Алексей Михеев, Юлия Середова и Михаил Бобров. Кубок Омской области по современному пятиборью – это отличный старт, уверены организаторы. Их задача – привлечь в свои ряды как можно больше участников. И, возможно, скоро этот вид станет неотъемлемой частью спортивной жизни Омского региона.